Начинаем распаковку Kinetic City. Она пришла от розетки. Вот такая вот у нас коробочка получается. Здесь все инструкции. После открывания внутри у нас есть инструкция, есть сам Kinetic City с зарядкой. Зарядка вот такая. Есть вот такой вот шнур. Вот он плоский. Довольно-таки удобно. Штыри вроде как тоже удобные. Смотрю, как они будут в использовании. Вот такой Kinetic City, один ванпорт, три порта дополнительных, сама кнопка питания, reset. Ну и наконец-то у нас здесь есть просто блок питания, подключение к сети, кнопка FN сброс и статусы по интернету. Зайдем в нашу админ-панель. Админ-панель находится по адресу 192.168.1.1. Видим сразу, что у нас есть сеть в двух диапазонах, есть возможность включить дополнительную гостевую сеть. И есть возможность зайти и скачать приложение. Переходим дальше. Здесь, я так понимаю, будет отражаться историческая информация. Приятно, что полностью идет поддержка украинского языка. Видим, что есть возможность подключить нескольких подключений. Настройка параметров IP, MAC-адрес, сертификация. Дальше Wireless ISP. У меня такое не поддерживается. Настройка подключения через VPN. Разные приоритеты. У меня дома стоит тарифный план 10 мегабит. Но, как видим, здесь немного больше. Дальше видим возможность создавать несколько профилей. Для нашей домашней сети есть домашняя сеть, которая создана для нас, есть гостевая, и еще дополнительно можно создавать. Есть журнал событий. Система обновилась сразу же при подключении. В гостевой сети есть настройки включение 2,4 Гц, 5 Гц, настройки роуминга, какие-то гостевые порты, параметры IP, ограничения по скорости, изоляция клиентов. Здесь устройство журналы, дальше переходим в интернет-фильтр. Здесь видим систему фильтрации, профили. Здесь есть выбор без фильтрации, безопасный для семьи, быстрый. И что с сервера DNS, если нам нужно перепрописать. Межсетевые экраны. Переадресация. Маршруты. Здесь есть какая-то функция доменное имя. Нужно будет почитать про нее внимательно. DDNS есть. Беспроводные списки доступа. Я понимаю, здесь будет ограничение у нас. Или после мониторинга. Режимы. Режим маршрутизатора, адаптера, усиливателя или точки доступа. Здесь есть автоматические обновления. Но если мы посмотрим на сайт, то на сайте видим, что поддержка идет до 2022 года. Здесь есть какие-то конфиги дополнительные у нас. Из дополнений можно установить дополнение, перечисленные в этом списке. Остальные здесь не будут поддерживаться.
Здесь нужно будет поменять пароль потом дополнительно. И диагностика. Диагностики видим, как проверку делать. Журналы. Заказал Kinetic City через доставку Just In. В пятницу утром был заказ, в субботу утром уже товар был у меня. В общем, всем рекомендую.